И сегодня мы едем в Италию. А, сегодня солнце. Самое прекрасное в Ницце — это ее месторасположение, потому что тут добраться до Италии или Испании не составляет особого труда. И да, мы едем в Вентимия, Санремо. Я не помню, как называется город. Я постоянно забываю все названия, это очень плохо. Очень хочу снять дорогу, потому что когда я была здесь последний раз, я помню дорогу, она была просто невероятная. Это горы, очень красивые, обрывы, там внизу море, то есть это нужно видеть. Мы приехали в Санремо. И вот оно море. Оно прям здесь. Это ведь так прекрасно, господи. Туда можно спуститься, тут где-то есть к нему выход, чтобы стать прям рядом с водой. Я очень хочу туда. А, как тут вкусно пахнет. Господи, такой запах моря. И пальм, и солнце. О, я закончу учебу, приеду сюда жить. Обожаю это. Бога, этот запах, господи. Как здесь красиво, господи, я не могу поверить своему счастью просто. Я иду сейчас по, я не знаю, как это называется, это, ну, что-то вроде пирса, наверное, то есть это вау. Я иду на самый конец. Тут обычно люди рыбачат. Я вижу рыб. Я забыла, включила камеру или нет, ладно, не важно. Это просто красота. А солнце какое. Я стою на самом обрыве. И это просто прекрасно. Как хотите, как хотите.
вот так вот выглядит покупка мандаринов. И в багажнике еще такой же ящик. Просто, просто потому что можно. Я сначала подумала, что это круп, а это аквалангист. Я была уверена, что это человек круп. Господи, какой кошмар, это неправильно. Сегодня весь день был дождь, и мы сейчас едем... Куда мы едем? Жуан-Ле-Пен. Какое веселое название. Это место, где собирается летом все золотые молодежи. Вот я одна из этих золотых молодежей из Праги. Из Праги, да. Я была там, когда... Шесть лет назад я была там последний раз. И я не помню вообще ничего от этого, так что мы едем еще раз, чтобы посмотреть. Да? Жуан-Ле-Пен? Жуан-Ле-Пен. Французский язык. Небольшой апгрейд. Это место называется Сан-Марино вроде. Говорили то, что там снимали «Граф Монте-Кристо», но это было не здесь, это было в Марселе. А вон там дальше, вон те белые дома, это уже Каны. Это Каны, господи. Тут очень красиво. А небо выглядит угрожающе. Небо выглядит прям очень-очень-очень угрожающе. Но, тем не менее... Красота. Иду. Только что сходили в это кафе. Кафе Кристалл. Я ела просто самое огромное мороженое в своей жизни. Вон они идут. А пекле бы машите. Давай. Иду. В это кафе. Марсель! Я думала, это дождь! Да. Нет! Просто самое огромное мороженое в своей жизни. Я его не осилила. И мне дали вот такую красивую бабочку. То есть она была прямо в мороженом, это было вау. А еще сейчас нас позвали в гости. А мы пойдем в гости. Я устала, я... Никогда в жизни в своей не ела столько мороженого за один раз. Это было просто нереальное количество крема, мороженого, шоколадного соуса, фруктов, меренги. О боже мой, я даже не знаю, что там еще было. Я рада бабочке. Я невероятно рада бабочке. Да. И сейчас мы пойдем в гости. Да?